крутой велосипед, развивающие игры, коньки, лыжи и наборы для профессионального рисования – не просто подарки. Это мечты детей, которые исполнились благодаря проведению в регионе ежегодной благотворительной акции «Елка желаний». Новый год для всех очень значим, да, для этих деток очень тоже значим, потому что они написали письма на «Елку желаний» для губернатора. Было более 200 обращений в этом году наших деток. Вот сегодня присутствует 39 детей, которые получат те подарки, которые они загадали от исполнительных органов государственной власти. Пятый год подряд в Ульяновской области организуют подобную акцию. Получателями подарков становятся дети из многодетных семей, мальчишки и девчонки с ограниченными возможностями здоровья и все малыши, чьи семьи попали в трудную жизненную ситуацию. Желания ребят самые разнообразные. Кто-то хочет новые игрушки, другие – современные гаджеты. В этом году Лиза Пузырева из Майнского района загадала особое желание – пожать руку губернатору и посетить его рабочий кабинет. У девочки много талантов, как признается мама, но мечта пока одна. Елизавета у нас 5 лет занимается виолончелью. Она участник межрегиональных конкурсов. В настоящее время она лауреат второй степени. Она вплотную этим занимается, но не только этим занимается. Она занимается хореографией, легкой атлетикой занимаемся мы. Он наш губернатор, и я хочу его увидеть своими глазами, потому что я его никогда не видела еще. Я только по телевизору его видела всегда. Сергей Морозов для Лизы провел небольшую экскурсию по своему кабинету, где рассказал малышке о нелегкой работе губернатора. Затем глава региона присоединился к общему празднику и вместе с Дедом Морозом вручил долгожданные подарки многим ребятам из разных районов области. Доставляет огромное удовольствие ежегодно видеть такое количество мальчишек и девчонок с их родителями здесь, потому что именно это здание как раз, в общем-то, наверное, и способствует тому, как минимум люди, которые работают в этом здании, тому, чтобы каждый из вас обладал счастьем. Праздник только начинается. Традиционно в этом году более 4500 детей побывают на главной елке региона в Ленинском мемориале. 12500 детей получат бесплатные сладкие подарки от правительства Ульяновской области. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ.